Ирина! Боже милосердный! Ты жива? Да, но отсюда мне не выбраться. Лапа, кажется, цела, но немного побаливает. Докатились. Очередная больная лапа. Я позову Ахади и Уру. Только прошу тебя, побыстрее. Уру! Ахади, подъем! В чем дело, Рена? Сина в беде! Где она, Рена? У границы. Знаю, бежать сюда было чертовски глупо. Здравствуй, львица. Что ты здесь забыла посреди ночи? Да еще совсем одна. Неужто тебя в детстве не учили, что это опасно? Нет, я в ловушке. Как-то слишком быстро Рена привела помощь. Не трожьте ее! Ха-ха, удрали! Ты в порядке, малышка? Поднимайся, гиены убежали. Я вообще-то помощи сдала. Давай помогу! Было бы неплохо. Мы с подругой патрулировали границы, так как гиены часто нарушают их. Я случайно упала в яму, и она побежала звать на помощь. Спасибо, я у тебя в долгу. В следующий раз будь осторожнее, малышка. Постараюсь. Говоришь, твои друзья на подходе? О, да. Тогда мы, пожалуй, пойдем. Пока. А, что, куда? Я хотела вас познакомить. Сперва немного подрасти, малышка. Сина, ты в порядке? Но как ты выбралась? Я думала, ты ранена. Сина, что там у тебя произошло? Меня спас красавчик и пообещал, что когда-нибудь вернется. И с ним был такой же симпатичный лев Рена. Окей, но сейчас мы должны убраться отсюда быстрее, чем кто еще заметит, что мы покинули земли Прайда без разрешения. Тупые львы! Только хотел прикончить одну из них, и на тебе! Но это все из-за двух самцов. Они выскочили буквально из ниоткуда. А малышка Фрея славно поработала. Если бы она не отвлекла ту львицу, она бы не упала во враг. Да, твоя дочь очень храбра, Махака. Кроме того, у нас есть очень интересные новости. Королева ранена, а король на время оставил Великую Скалу. Это наш шанс. Твоя лапа все еще болит, Сина? Почти прошла. Ты уверена, что этот лев вообще вернется? Конечно. И он наверняка приведет с собой друга. Сина, ты говоришь так, будто вы с ним жениться собрались. Может быть, может быть. Не думаю, что наша сегодняшняя встреча была случайная. Не будь такой впечатлительной, Сина. Фу, ты просто завидуешь, Нерена. Как скажешь. Надеюсь, ты скоро вернешься, любимый. Мне так неуютно без тебя, Махату. Хазина, вы не спите? Ох, Ахади, я просто задумался о Махату. Надеюсь, он с Кибори скоро вернется. На данный момент наш Прайд уязвим. Из-за этого я нервничаю. Не волнуйтесь, Хазина. В случае чего я смогу защитить Прайд. И Махату скоро вернется. Надеюсь. У меня нехорошее предчувствие. Мама, что случилось? На нас напали гиены. С каждым днем они все наглее и наглее. Кто-нибудь ранен? Нет. Но мы все ужасно устали. Наверное, до возвращения Махату и Кибори оставаться у Великой Скалы опасно. Эй, львица! Нам нужно поговорить с вашим вожаком. Что? Вы уже говорите с ним. Я королева великих земель. Говорят, ваш король ушел. Что ж,
Жалко. Да и ваши львицы, смотрю, измучены. Тогда освободите земли, королева. Без короля у вас нет ни шанса против нас. Короля здесь нет, зато есть я. Ахади, Уру, возвращайтесь в пещеру. Это слишком опасно. Юнец, неужто ты думал испугать нас? Она права. Прошу тебя, не надо. Ты слишком юн. А вы еще слишком слабы, Хазина. Мы не оставим вас. Немедленно уходите! Вас сюда не звали! Значит так, львеныш, готов умереть за свой прайд? Ахади! Да, гиена! Нет! Что он делает? Мы должны помочь ему, пока клан не убил его!